Алина Загитова показала фотографии с мастер-класса во Владивостоке. Местное ТВ выпустило сюжет по этому поводу. Дети довольны. Понравилось, как Алина объясняла и общалась с ними. У кого-то даже тройной прыжок в первый раз получился. Алина может делать даже самые простые шаги, но по ним можно сразу сказать, что она профессионал. На мастер-классе я увидела много талантливых детей, по-настоящему увлеченных фигурным катанием. Даже во время нашего непродолжительного занятия я оценила, как они старались усвоить новые упражнения. Благодаря проекту «Звездная дорожка» начинающие спортсмены встречаются с известными тренерами и фигуристами. Получают хорошую возможность совершенствовать свое мастерство. Надеюсь, что мероприятие смогло заложить в них желание сделать шаг навстречу дальнейшим спортивным достижениям. Рассказала Алина Загитова. Всем удачи!